Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Добро пожаловать в игровую комнату, и мы продолжаем путешествовать по метро. Нас ждет, черт побери, болото, поверхность опять. Ох ты ж. Да-да, без маски, которая так поломана. Точнее, поломалась. О, нормально у него динамита, кстати, на нем. Вот оно, болото. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. Воду не суйся, сожрут. Ну все, так и запомни. Удачи, Артём. Блин, и фильтров бы еще. Фильтры дашь? Мужик, фильтры. Ясно, понятно. Ну ладно. За помощь хоть спасибо. Так, пулемет. Так, дробовик. Ну, вперед. Так, хороший вопрос. Вперед. Черный, хоть на Октябрьской. Добраться до Октябрьской и найти топливо для паромной лебедки. Хорошо. Опа. Это твари тут. Ага, тут кого-то они нашли. Ох ты ж, блин. Это что там? Вот это было неожиданно. Там мина была. Шикарно. А красная это путь, дорожку показывает, я так понял. Так, сюда можно пройти. Твари мелкие. Опа. Ох ты ж! Ох ты ж! Ёб вашу ж мать. Извиняюсь. Фу. Обосрался ж. Я даже не заметил, это какая-то груда, не знаю чего, лежала, думал, да, чё тут? Так, с глушителем. Давайте это лучше с глушителем. Ага, нет, средняя дистанция. Чёрт. 3 минуты, у меня времени мало. Даже не знаю. А, нет, тут тоже нормально. Она за счет скорострельности хоть какой-то. Давайте. Так. Вот тут вот вроде можно пройти. Видите, флаг. Флажок. Так. Ох ты ж, опять эти лианы. Ага. Ну тут ясно, надо поменять. Бензозаправка вроде как. А сюда протиснуться, да, можно. Труп, что ли, или что? Не, пройти тут нельзя явно. Фильтры. А, ну это чисто этот. Маску поменять. 4 минуты, я не знаю, не глянул, сколько там у меня вообще времени на фильтры. Ага. Ах ты ж, блин. Опа. Чирик-ку-ку.
Ого! Хорош. Я только не знаю, менять, не менять. Ага, подсорокетник. Не, ну в принципе, если улучшить его можно будет, это тогда хорошая пушка. Так, что тут у нас? Опа-пап. Лианы сраные. Хороший вопрос. Жрут тут кого-то. А, черт, демон летает уже. Все, вроде подбил. Не, не подбил, тварь. Ах ты ж, блин. Эх, да пошли вы в сраку. Все, к кольчике валим отсюда. Демона я отогнал. Да что у вас? Ага, фильтры. Ну назад, тварь. Демон сраный. Пшел вон, ублюдок. В сраку на. Не, блин. Ага, подбил таки. Ублюдка. Дробовик. Опа. Что тут у нас? Что тут? Топливо есть? Не, фигня, топлива нет. Ага. Ясно. Надо топливо искать. Вон там самолет есть. И вроде как тут же бензозаправка. Или не тут у нас? Вон показывается, здесь вроде топливо показывается. Ну, вон, видите, какое-то топливо. Ох ты ж, блин. Опа. Что это у нас тут? Мне кажется, что я попал в водоворот, вокруг начинают закручиваться странные события, которые я до конца не понимаю. Меня затягивает в них, тащит на дно. Куда бы ни попал, все говорят о войне. Одни готовятся к ней, другие от нее бегут. Но все в нее верят. Мельник, фюрер, Москвин, люди на театральной и беженцы с красной линии. Сырой и ржавый воздух метро пахнет кровью и обреченностью. Это не моя война. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить ее? Так, во-во-во-во-во. Ой, хорош, хорош. Что тут у нас? А, ну вот оно. Так, отлично, берем. Бак же не этот. Не, пусто, окей. Вроде что... А, ну да, понятно. Так, вот самое фиговое, надеюсь, мне посраки не дадут. Ну, походу, тут ничего нет. К самолету, значит, надо идти. Бегут твари. Ах ты ж, зараза. А куда дальше-то? Ну сюда, ну, тварь. Сука, краб. Вот же ж сраные крабы. Сдох. Так, придется колоть. Вытри, да. Вот же ж, блин. А, 32 секунды еще есть. Что тут пусто? Вообще ничего нет. Это же зараза.
Вот тут что есть. Рож. Патроны. О, аптечка, патроны. И вот тут вот, я думаю, что-то да есть. Так, пусто. Угу. Тоже пусто. А, во. Во. Ух ты ж, блин, ты что за хренотень такая? Вот же ж, блин. Менять фильтр. Так, фильтр меняем. Так, окей. Я понял. Ага, можно было и отсюда... А, ну он пробил вот эту вот дырку. Тут что есть? А, ну если спрыгнуть сюда. А потом вот там вот можно оттуда добраться. А. Опа, 16 патронов. Потом вроде как отсюда можно. Вот так вот, оба. Так, патроны взял, все, валим отсюда нафиг. Валим. Все, добежал. Оно ж где-то здесь? Да, здесь. Так, давай. Нафиг эту бочку. А, но пока месть будет идти, на меня сейчас нападут. Тварь, ух ты тут. Ах ты тварь, ай. Давай прям на мину. Не хочешь на мину, ублюдок? Все, сдох. Да, сдохла тварь. Все, приехал. А, ты черт. Опять заглох. Ух ты ж, мать моя женщина. Выкуси. Еще и демон. Не, панцирь. Так, он там пока не отвлекает его. Так, заберем один. А вот второй. Все, валим отсюда. Ай-яй-яй, нет, фильтр, рано, фильтр ложить.
А как долго я буду ехать? Вот в чем вопрос. Да-да-да, тварь там уже завывает. А, все нормально. Фу. Фу. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Да, точно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Наши — это вообще кто? Да хоть как, хоть черный, точнее, хоть красный, хоть рейх, хоть кто угодно, но человек. Потому что это жопа. Так, что там у меня? Так, есть патроны. Тут не очень. Заглох. Хорош заглох. Так, фильтры. Так, сейчас. Карта. Добраться до Октябрьской, встретиться с рейнджерами в церкви. Так, подождите. Сюда налево. А туда что тогда? Радио. Опа. Чуть в воду не упал. А это что тут такое? Что тут у тебя, парень? Ничего нет. О, фильтр. 15 минут. А, бегают ублюдки, уже бегают. Или они от кого-то бегут? Да хрен его знает. Блин. Еще и ночью. Черт побери. Блин, это мелочь тут. Это вода или что? Не, земля. Стиралочка есть. Что у нас? Даже не пи. Опа. Опа. Я слышу сейчас. Что тут у нас никого нет? Демоны там. О, ночное видение. Хорош. Так, все, во, пошло-поехало. А где радио? Давай. Так, тушеночка. Да-ка. Давай свет, врубаем свет. Что это у нас тут? Если подземный остров затянет в мясорубку грядущей войны, все это сгинет навсегда. Катание на гондолах по туннельным рекам, купальщицы и рыболовы — удивительные и бессмысленные картинные галереи. И все эти дети, выросшие в туннель, в темноте, но сами излучающие свет надежды. Ничего здесь не будет. Будет выгоревшая черная станция, а потом таким же станет все метро. Да. Блин, непонятно. Так, это что у нас тут? Ох ты ж, блин. Не-не-не-не-не. Валим отсюда.
фильтр. Так, валим радиацию. Тут нормально так. Из-за радиации это пробило. Ай-яй-яй. Я вот это не могу понять. Что это за фонарь? А, это я врубил. Все понятно. Так, окей. В какую сторону мне надо? Блин. Сюда. Мне вон туда вот надо. Не, или сюда. Церковь вон там вот вроде как. Ну да, вон. Да и нет, не зажигалка. Не из-за того, что я, блин, опять не то сделал. Так, это у нас тут болото. Ах ты ж, сука. Назад, упыри. Хорош, жри его. Так, блин. Да нет. Мне вот туда вот. Прямо, но как? Ну вот просто прямо пойти. Дальше сюда. Других вариантов нет. Ах ты ж, зараза. Фильтров нет, нет. Так, вроде всех. А, нет, он там есть. Опа. Готов. Еще два осталось. Так, вон там что-то есть впереди. Блин. И крики. Вот ты черт. А, мелкие твари. Так, тут мин нету. Ох ты ж, блин. Погнали. На, тварь. О!
Ага, удрала, мразь. Так и можно было, наверное, просто пробежаться. Ага, сейчас. Мне сюда вообще? Да. Вон оно. Ай, блин, машина там. Давай, аптечечка. Блин, хрен знает. Вон еще что-то, машина там. Куда дальше? Окей, вырубаем. Врубаем ночную зрень, точнее. Так, не, ничего нет. Да нет, тут ничего явно нету. Вряд ли тут что-то еще есть. Опа. Ах ты ж, блин. Я что, зацепил? А, тут этот работает. Окей. Я понял. Да не то, не то. Туда вот куда-то. Давай, фильтр, фильтр. Так, окей. Так, дробовиком. Тут растяжек никаких нету. Вот же ж. Тупо через стенку прошел. Ну понятно, мне вот туда походу. Да-да, иду. Секундочку. О, фильтры. Так, все, тут больше ничего интересного нет, погнали. Или есть вот здесь? Все, я уже иду. Вон церковь. Парень, давай сюда! Да-да, я уже вижу, что жопа будет. Хопа, и пошло-поехало. Парни, помогите. Артём, огонь по большому. Ух ты ж. Давайте, помогайте. О, еще один. Так, надо просто бегать. Меня прикроют, наверное. Давай. Давайте, ребят. На, скотина. Хорош. Ух ты ж, блин. Ух ты, смотри. Давай. Хорош, прописал. Опа.
хорош. А, патроны, я не перезарядился нормально. О. Сюда, огня! Беру левого! Готов! Зажимаем его! Третий, прикрой! Есть! Есть один! Так, сдохнешь ты или нет, мразь? Все, вроде все отлично, завалили таки эту тушу, блин. Фу. Да, ребята. Опа. Вот. Что, простите? Никогда ты такого не было. Вот это жесть. Я думал это допрыгнуть. Ага. Первый раз такого вижу. Вот это кек, ребята. Блин. Вот это я лоханулся знатно. А, вон он толкает. Да. Я сейчас. Рад видеть. Давай. О, нормально они тут вооружены. Слышь, уселся себе тут нормально так. Эй, заходи. Генератор заходи. Есть. Чего, да, все, иду. Все, хорош. Опа. Я тебя увидел еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ха. Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за Ботсад. Это не совесть. Совесть разыгралась-то, да? И что, почему сразу в D6 ломанемся? Может, дело в том, Октябрьская. Она перестала язвить. Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Угу. Спасибо за просмотр и до следующих встреч. Пока-пока.